Орфы Сретенского монастыря. Живьем гимн. Начало. Почему они не поют? Ну, наверное, чтобы не мешать артистам. Мне как хоровику очень приятно, что они качественно поют. Не стыдно за свое музыкальное училище. Спасибо всем преподавателям за то, что я там училась. Побед нашим фигуристам, слаломистам, бобслеистам, кёрлингистам, санникам, скелетонистам, биатлонистам и всем-всем-всем хоккею. Чтобы судьи были адекватные, честные, не заслуживали. И, конечно, всем режиссерам, постановщикам, операторам, артистам, певцам, танцорам не сбиться, ничего не забыть и показать лицо страны. Добрый путь.